Всем привет, дорогие друзья, с вами Limestone, и сегодня мы играем в режим Annihilation, да-да, именно так, на сервере Shotbow. Вот, и чем мы сегодня займемся? Ну понятно, чем мы сегодня займемся? Мы попробуем сломать вражеский Nexus, да. Сегодня мы будем развиваться, добывать все как обычно, добывать уголь, железо и надерем задницу всем, да, вот именно так. Так, первое, что нам нужно, это железо, которое уже кто-то постепенно начинает собирать. А кто-то в инвизе, судя по всему, потому что тут происходит что-то странное. Видимо, тут какой-то... Ах ты, блин, этот, как его? Шпион. Да, шпион стоит на шифте и собирает мое железо. Так нельзя, парень. Я знаю, что ты шпион. Ты меня не обманешь. Ухаха. Зачем я это сказал? Бред какой-то. Так, ладно, спокойно. Соберем железко. Сейчас его переплавим. Опять попробую сделать зелье. Да. Надеюсь, в этот раз будет лучше, чем в прошлый. Конечно, в прошлый мы выиграли, но выиграли как-то... Как-то не так, да. Мне лично показалось, что надо было как-то более организованно, что ли, да. Но, в принципе, нормально. Бывает и хуже, на самом деле, бывает намного хуже. В прошлый раз, в принципе, очень даже нормально было. Итак, давайте дойдем до печки аккуратненько. И положим наше железко. Да, вот оно. Потом сразу же пойду добывать золото, а в перерывах буду... Буду, наверное, заниматься луком со стрелами. Да-да, именно так. Так, все, печка, железо, уголь, едим. Круто. Так, перво-наперво нужна мне лопата. Вот у меня есть один булыжник, значит, все, круто. С этим будет все очень нормально, с этим не будет проблем. Собираем немного дерева, дерево понадобится. Потом еще нужна будет земля оградиться от всяких людей, которые хотят присвоить мое золото. Не отдам свое золото. Я жадный. Ну, на самом деле, нет. Просто не хочу отдавать врагам свое золото, которые захотят прийти и забрать его в нашу золотую шахту. Совсем обнаглели. Да, это вам не просто так. Они те еще наглецы. Потому что это Annihilation. Тут все опасно, дерзко. Тут надо быть начеку и никогда не опускать голову. Пока. Копаешь гравий. Надо быть начеку. Да, все, нормально. Так, все, копаем, копаем и еще раз копаем. Мне нужно, в принципе, не очень-то много. Думаю, я уже почти накопал. Сколько у меня всего? Да, почти что. Сейчас мы из этого сделаем стрелы и лук. Так, во-первых. Так, я взял не то. Чик, вот, это готово. Так, ну, думаю, сначала лук все-таки, да. Так, лук готово. Кладем его на нужное ему место. Так, и теперь стрелы. Все, замечательно. Стрелы, стрелы и стрелы. Вот, круто. Все, накопаем еще немного, потому что железо пока еще переплавляется. Но сначала я сделаю себе нагрудник. Вот таким вот образом. Все замечательно. Так, вот. Кладем его, точнее, надеваем. И продолжаем собирать себе на лук. Да. Надеюсь, в этот раз мне повезет с зачарованием меча, который я пойду сейчас чаровать. И все будет круто. Смогу отбиваться, бить врагов, сварим зелья. Напишу народу, что мы бафаемся и бежим всех валить. Да, все будет очень круто. Именно так. Готово, готово и готово. Все, круто. Бежим, бежим, все добывать. Мне кажется, или тут подлагивает немного. Надеюсь, что нет. Ну, надеюсь, что это просто не будет видно. Вам, по крайней мере. А у меня такое чувство, что правда подлагивает. Все, думаю, этого хватит. Стрелы есть, все необходимое есть. Нужно уже создавать себе кирку. Вот, кирочка. Так, осторожно, не мотыга, кирочка. Железо зря не тратим. Так, замечательно. Сварилось еще немного, точнее, не сварилось, а пережарилось. Поэтому делаем себе меч. Вот таким вот образом. Все. Так, идем, во-первых, зачаровывать железную кирку. Мне нужна эффективность. Так, и меч. Да, все именно так. Так, эффективность. Красавец. Так, теперь меч. 7-й уровень, острота. Отлично. Так, ну давайте еще лук. Хотя нет, лучше я... Поберегу уровень на лук. Да, я накопаю золото, у меня будет офигительный уровень, я зачарую лук. Да, вот такой вот план. Ну, еще и броню. Так, броня, броня, броня. Пока брони нет. Думаю, мы ее просто подождем. За это время я успею сделать себе нормальный топорик и собрать немного земли, чтобы заграждаться от всяких любителей меня порвать на куски. Так, вот тут вот соберем. И здесь, хорошо. Так, надо еще мусор всякий выложить, это у меня в инвентаре накапливается постепенно. Так, это мне не нужно, и вот это все круто. Печка, это мы уберем, все, круто. Так, что мне сейчас нужно? Мне нужна шапка, но сначала лучше штаны. Да, без штанов ходить не очень. Холодно и все такое. Все, готово, замечательно. Так, все, круто.
Что еще? Так, у нас пока переплавляется. Нужны еще ботинки, нужна шапка. Здорово. Все, отлично. Идем копать землю. Так, земли нам надо тоже не очень много. В принципе, сейчас уже все сварится, в смысле пережарится наше железо. Пойдем добывать золото, по-быстрому его добудем и начнем все пережаривать. Нужно будет еще придумать себе место, ну, куда я все спрячу. Можно как раз опять же сюда. В прошлый раз, когда я где-то тут что-то закапывал, это очень даже нормально было. Блин, нифига себе, что это тут за пещера какая-то. Офигеть, не встать. Да, какая-то пещера. Пришел, видите ли, я тут сюда. Пещерку. Так, ладно, загораживаем ее потихонечку. Но, в принципе, да, тут можно будет обосновать свое место для зельеварения. А пока что смотрим, как у нас золотом. Так, красный, я видел сквозь текстуры. Спасли его пока что, но ненадолго. Красный, тебе настал пипец, это скаут. Скаут, о нет. Ну, блин, я скаута не догоню, он под скоростью, и у него удочка модная, черт. Ушел. А может, он вернется? Да, и я такой его хитрый поджидаю. Да, нет? Но с лука я его уже не достану. Не, он вернется. Ха-ха-ха. Уха-ха-ха-ха. Прям к Нексу пошел умник такой. Давай-давай, иди. Че это мне дали? Рельсы какие-то. Так, давай, умник ты наш. Опа! Не ожидал? Неожиданно, не правда ли, парень, да? 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 Ну-ка назад, я сказал. Быстро назад. Быстро, давай. С упреждением стреляем. Yes, попал. Прямое попадание. Я слышал характерный звук. Блин. Мало стрел. Мало стрел, не добил. Точнее, стрел-то нормально, как раз стрел дофига, но, блин, ушел скаут. Хотя он может вернуться прямо сейчас, надо быть начеку, опять же. Так, все пережарилось, отлично. Забираем. Все, круто. Хотя все равно это железо придется выкинуть, ну, потом, когда буду золото переплавлять. Ну да ладно, сейчас не об этом. Сейчас пусть лежит. Так, дропнем рельсы, дропнем семена, все, побежали. Побежали добывать железо. Оградимся вот этой вот земелькой. И съедим вот этот вот арбузик. Хорошо, да. Замечательно. Кстати говоря, в прошлой серии я сказал, что к этой серии, наверное, уже куплю классы. Ну, я предположил, что смогу их купить. Фактически я не обещал. Но все равно, во-первых, лагает. Все-таки это мы уже выяснили. Потому что я бы так ни за что не упал. Это сейчас... Вот я чувствую, да, что лагает. Блин, это неправильно. Вот. Но оказалось, что классы я пока что в данной ситуации купить не смогу. По одной простой причине. Слишком поздно зарегистрировал я на Annihilation свою почту. Там нужно вводить команду, то есть как бы пишите слэш, пишите регистр и свою почту. Ну, то есть, когда вы заходите на сервер, вам это все предложат. Напишут, расскажут и все такое. Ну, не расскажут, но напишут, как это все делается. Вот. Я сделал это слишком поздно, поэтому мне не зачитывались все мои игры, все мои всякие добытости. В общем, да, не зачитывалось мне ничего, поэтому пока что я ничего не куплю, у меня всего там немного накопилось этой самой экспы. Но да ладно, пока мы с парнишей защищены, безопасность прежде всего, добываем мы с ним тут. Но, кстати, я чувствую, что лагает, вот я вижу своими глазами четко, что лагает, а-а-а. Мне это не нравится. Так, на шифте постоим, поедим, все нормально. Так, кушать. Угу. Так, пока что мы с парнем всего лишь мешаем друг другу. Мешаем одному из нас начать хорошо, нормально варить зелье. Да, мешаем. А то, что мы будем варить их одновременно, это не очень хорошо. В принципе, на всю игру хватит и трех зелий. Однако, никто не говорит, что он идет именно зелье себе добывать. Может быть, он сейчас в одиночку скрафтит себе какое-нибудь там золотое яблоко и пойдет всех мочить. А это для команды не очень хорошо. Это хорошо в основном только для него. Кстати, куда он уже смылся? И как? А, все понятно, как. Да. Вот, так-то лучше. Ну что, теперь он мне не мешает, да. Думаю, он собрал достаточно золота. Или просто решил не конкурировать со мной. Может быть, увидел, что у меня зачарованная модная кирка, и я буду его обгонять. Но да ладно, не будем гадать, почему он ушел. Просто соберем золото и будем делать это аккуратно. Потому что, опять же, как я сказал, скорее всего, лагает, да. Я вижу. Я это вижу, по крайней мере. Надеюсь, вы это не будете видеть. Так, безопасно, золота пока нету, а вот и оно. Так, кто там у нас? Походу красный, и он меня прекрасно видит, и он прекрасно будет сейчас копаться сюда. Да-да-да, дружок. Видел я тебя, видел. Копайся, не стесняйся. Сейчас мы тебе устроим. Ну-ка, давай, что ты там мелькаешь? В очередь. Нет, мать твою женщину! Фу, выкопались гады. Блин, Клинтон. Господи, пипец, офигеть не встать. Нет, вот выкопались, гады.
Откуда взялись-то? Нет, правда, откуда? Не понял. Дырки ни одной нет. Не понял, чё? Вот, стоп, что за хрень? Нет, меня сейчас убьют, бесполезно, просто безумие, Спарта. Я успею использовать силу ускорения. Парень, ты бежишь как ленивая старая бабка. Давай, давай, парень, давай, 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 ленивая, ленивая скотина, беги. Беги, прыжок, Assassin's Creed. Revelations и все остальные версии, давайте, гады, чёрт. Давай, 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 давай. Сможем, не уйдут, вы не пройдете, гады, буду преследовать вас до конца вашей жизни. А, Спарта. Вон, вон, вон они, вон они. Вы не уйдете. Да блин, почему все скауты? Вы что? Все скауты. Нет, народ, вы поняли? Все скауты, чисто все. Вот этот скаут, там скаут, этот скаут и тот скаут. Блин, я бы и сам играл за скаута, если бы у меня был этот класс. Но пока его нет. Поэтому я и собираюсь много валить Нексусы, чтобы заработать себе на скаута. Это просто даже неинтересно так играть, если все скауты. Но я сейчас не поэтому переживаю, я переживаю, конечно, что меня убили. Но, блин, факт в том, что теперь уже поздновато начинать снова варить зелье, вторая фаза, я много чего потерял, поэтому поступаем таким образом.